Группа румынских граждан подозревается в фальсификации проездных билетов на поезд, метро и знаменитые двухэтажные автобусы в Лондоне. Члены группы, попавшие в поле зрения лондонской полиции, организовали схему, посредством которой продавали поддельные билеты по ценам намного ниже официальных. Точно неизвестно, сколько было продано билетов, но полицейские обнаружили поддельные документы, изготовленные еще в октябре 2017 года. По данным румынской полиции, полученные деньги члены группировки инвестировали в недвижимость и землю, чаще всего в уездах Констанца и Бакеу. На днях сотрудники полиции провели 22 обыска в Румынии и Соединенном Королевстве, изъяв крупные суммы денег и электронное оборудование для изготовления поддельных проездных билетов.